Хорошие новости с одного из самых масштабных жилищных объектов области. Первые 4 дома жилого комплекса «Аркашская слобода» официально введены в эксплуатацию. Успешно подключены все необходимые коммуникации, полностью готовы квартиры и прилегающая территория. Совсем скоро в этом просторном, благоустроенном дворе с огромной детской площадкой начнет бегать малышня. На парковках появятся машины, а в окнах домов загорится свет. В последних числах декабря будущие жители Аркажей получили самый долгожданный новогодний подарок. 4 домам в первой очереди было выдано официальное разрешение на ввод в эксплуатацию. А это значит, что квартиры, кстати, с отличной планировкой, полностью готовы принять своих будущих хозяев. Водопровод, канализация, электричество, газ, отопление подключены. И работают исправно. Во всех квартирах здесь, независимо, однокомнатная, двухкомнатная, либо трехкомнатная, стоит котел индивидуального отопления. Это газовый котел, он работает по замкнутому циклу. Само отопление непосредственно водяное, это батареи, запитка водяной. Температура теплоносителя до 45 градусов. Котлы на жилых помещениях и на коммерции, они все индивидуальные. Работают в автоматическом режиме. Этого момента некоторые новоселы ждали с 2011 года. Именно тогда началось строительство микрорайона «Аркашская слобода». Что случилось дальше, всем известно. Проект, требующий согласования охранных зон, организации подъездных путей и, конечно, больших денежных затрат, оказался для застройщика слишком сложным. Дома возводились крайне медленно. К вопросу подключилось правительство области. После переговоров губернатора Сергея Митина с представителями Сбербанка удалось найти дополнительное финансирование. Работы возобновились. И в сентябре состоялась торжественная церемония, посвященная завершению строительства. А теперь есть и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Все дольщики, которые так долго ждали свои квартиры, я надеюсь, в ближайшее время их получат по акту передачи от застройщика. Сейчас по процедурам он должен получить документы, зарегистрировать их должным образом и оформлять акты передачи договоров долевого участия. Поэтому спасибо и правительству за работу, которую проводил лично Сергей Герасимович, и Сбербанк, и сам застройщик, что и администрация города, что на сегодняшний день могу официально заявить, что 4 дома сданы. Впрочем, на этом работа здесь не заканчивается. К лету планируется завершить строительство еще 6 домов, в первой очереди Аркажей. Сейчас близится к финишу возведение стен и монтаж кровель. В феврале начнется внутренняя отделка. Также есть все основания полагать, что весной наконец-то будет официально введена в эксплуатацию и улица Аркашская. Она практически готова и уже сейчас обеспечивает беспрепятственный проезд к новому микрорайону. Вероника Карпесонова, Владислав Ковалевский, Новости. Новости. Новгородское областное телевидение.